это праздник всех тех, кто хочет, чтобы Россия была свободной и демократической. К счастью, в России таких миллионы. Многие, к сожалению, в России свободу не ценят и разочарованы в демократии, это правда. В виде российского трехколора оно живет, оно продолжает. For us it's very a day of freedom, a day of democracy, a very important day for us, a day that demonstrates that Russia is to be a democratic country. Да, мне стыдно, что именно сегодня день, я не знаю тут. Вот. Но буду знать теперь, спасибо вам. С праздником! С днем государственного флага России! Ура! Россия!